Неутешительная статистика в округе. Людей то и дело сбивают на железнодорожных путях. Виноваты чаще всего сами пострадавшие. В попытке сэкономить минуту времени люди пренебрегают правилами и безопасными переходами с одной стороны перрона на другую. В конце мая на станции Подрезково скорый поезд сбил женщину. Не прошло и недели – новая жертва. На этот раз мужчина. На участке Октябрьской железной дороги был сбит мужчина, который в 3 часа ночи по непонятным причинам, неустановленным, прогуливался по железнодорожным путям. Как выяснилось, никаких несанкционированных мест переходов и прочего здесь не было. Поэтому что он здесь делал в такое время, остается только догадываться. Трагедия произошла поздней ночью в районе 3 часов. Специалисты, обследовавшие место происшествия, до сих пор гадают, что заставило мужчину оказаться на путях. На отрезке Октябрьской железной дороги нет ни одного спуска или прохода к рельсам. Сейчас специалистам не остается ничего, кроме постоянных напоминаний о соблюдении правил передвижения на ЖД-путях. Ежедневно об этом говорят по громкой связи на станциях и проводят разъяснительные беседы с теми, кто почему-то решает пренебречь собственной безопасностью. Нина Бережная, Николай Забродин, новости Химки ТВ.